эта команда уже становилась лучшей на планете. Так что пришло время вернуть титул. 7-й чемпионат мира по футболу среди артистов. Встречайте! Главный фаворит турнира – сборная России. Мы Россия. Мы с Тарком, мы артисты, и мы любим нашу страну, и любим футбол, и любим искусство, и совокупность всех этих факторов. Болельщики, которые приходят за нас болеть, мы в ответе за их время потраченное, опять-таки, за их настроение, вообще за всю нашу сборную. По крайней мере, в отличие от первой национальной, мы постоянно входим в финальную часть. Сила нашего коллектива, что любой может дать голову любому. Нет авторитетов. Я один из самых старших в команде. И то, знаете, так пихают. Ужас. Конечно, есть груз ответственности. То, что играю за сборную России. То, что перед матчем мы все стоим сплоченные, поем гимн акапельно, без музыки. Это, конечно, до мурашек. И это очень сильно настраивает команду. Мы всегда готовимся к самым высоким местам и настраиваемся на самые высокие места. И поэтому надеюсь, что с Божьей помощью и с помощью болельщиков наших мы добьемся того, чего хотим. Выходим каждый раз в финальную часть турнира, и где-то чуть-чуть нам все не получается, в основном в серии пенальти. Мы как раз в этом году работали над серией пенальти, так что надеюсь, что все будет хорошо. Мы же играем по-настоящему, играем в команде 11 человек, и хочется и выиграть, и помочь команде, и не облажаться, и не подвести. Друзья, те, кто любит футбол, те, кто любит вокал, те, кто любит театр, приходите за нас болеть. Нам очень нужна ваша поддержка.